Расскажите нам, расскажите, что нам делать? Мы должны быть. Добрый вечер, Андрей Всеволодович. Александр Демидович беспокоит. И все-таки будете баллотироваться в мэром? Очень скоро вы об этом узнаете. То есть пока мест тайна покрыта мраком? Это не тайна, а просто на все свое время, понимаете. Раньше должно быть принято определенное решение, не только мое. Это может решение и партийное быть, и там группа людей. Во всяком случае, мы к этому готовы. Понятно, спасибо большое. Спасибо, до свидания.